С 9 по 15 августа в Воронеже проходит первенство России по гребле на байдарках и каноэ до 17 лет. Подготовка к состязанию шла во всех уголках страны, в том числе и на учебно-тренировочной базе на Кореневском карьере. Здесь тренируется люберчанка, член сборной Московской области по гребле на байдарках и каноэ Ульяна Федина. Ульяна, сейчас выходишь, делаешь аэробную тренировку. 10, 8, 6, 4, 2. Таких три серии делаешь и потом выходишь на турник. Зимой в спортзале, на тренажере, с апреля на открытой воде карьера. Тренировки идут круглый год. В преддверии соревнований нагрузка всегда возрастает. Она идет 4 дистанции. Это байдарка двойка 1000 метров, байдарка одиночка 500 метров, байдарка четверка 200 метров и байдарка двойка 5000 метров. На воду Ульяна выходит дважды в день, утром и вечером. Занятие длится 1:20. По расчетам тренера это оптимальная нагрузка. Упражнения сменяют друг друга. На дистанционную скорость, на общую и специальную выносливость, на развитие скоростно-силовых способностей. В завершении аэробная тренировка. Обычная аэробная тренировка на восстановление. На восстановление сил после динамических тренировок идет аэробная. Байдарка идет по кругу. Ульяна поглядывает на секундомер и спидометр. В день спортсменка проплывает в среднем 10 километров. Нагрузка серьезная. Впрочем, как и уровень предстоящих соревнований. На таких больших соревнованиях еще не участвовала. В четверке байдарки пойду первый раз. Мы уже все довели до ума, мы отобрались. Теперь наша задача выступить. Осталось выступить. Воды Кореневского карьера позволяют выполнять все виды упражнений. А учебно-тренировочная база, которая носит имя советского и российского тренера по гребле Якова Костюченко, оборудована всем необходимым. Помещением для хранения лодок, теплыми раздевалками и плавучим пирсом. Алексей Абрамов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.